Макгортранс уволил кондуктора трамвая, из-за которого школьница не смогла доехать до пункта назначения. Девочка была вынуждена выйти из транспорта, поскольку контролер отказался принимать у нее оплату за проезд. Кондуктора смутило, что 50-рублевая купюра оказалась надорванной. Вот как она выглядела. Все произошло на улице Энгельса в Магнитогорске. Школьница расплакалась, вышла из трамвая и позвонила отцу. Мужчина забрал ребенка с улицы и написал жалобу в депо. На заявление отреагировали и в администрации города. Чиновники заявили, что кондуктор нарушил должностную инструкцию о порядке приема оплаты проезда. Теперь его собираются уволить. Начальство контролера лишили премий, а перед школьницей извинились.